И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Conan Exiles. И сегодня мы пойдем, наверное, во льды. Да, наверное, в снега все-таки попрем. Вот сюда. А для чего? Ну, во-первых, чтобы добыть черный лед. Как видите, у меня искусный повар требует обилка черный лед. Ну, а во-вторых, метеорит будем добывать. Я уже здесь... Да я много чего сделал за кадром. Во-первых, у меня теперь стоит 4 печки. Но так попытался аккуратненько составить, как смог. Они делают железные рамы. Железных рам нужен, как бы мягко выразиться, много. Но, слава богу, у меня весь каркас уже готов. Чистка еще не скоро. Так что, как вариант, из стены я успею возвести хотя бы в один ряд. Я решил отказаться от боковых выходов, так как все равно у них выход в море, так что зачем мне это надо? Вот, будет один центральный вход и все остальное уже как положено. Ну, только центральное здание будет там. Собственно, вот здесь оно и будет. Понаставил улучшенных верстаков, потому что как минимум это уже дешевле. Начал, конечно, с коваля, потому что я смотрю, а он... железную раму за один слиток делает. Ну и тут я уже понял, что да, это нужно ставить. Потом установил простой, без, так сказать, без кузнеца, и понял, что скорость это никакой разницы нет. Единственное, что он дает укрепление, также дает, если я создаю предметы, он вроде бы должен давать усиление, ну то есть по урону. Ну, это не точно. Честно, я так и не понял, что когда где. Одного литейщика нашел, точнее, еще одного литейщика третьего левела нашел здесь, и они вот у меня тоже трудятся. В общем, все пределы, все хорошо. Вот она, кошка тусуется. Да, вырастил кошку, пускай тусуется. Лицей стоит около кровати, чтобы сразу же восстанавливал, если что пойдет не так. Здесь у меня... собственно, куча костной муки было, поэтому я решил, что а почему бы и нет. Модовский установил колесо модовское. Не знаю, что, как, где, как оно работает. То есть пока что еще туда никого не закидывал. Ну и здесь у меня, собственно, вот одеты лучники. Кстати, что это с рукавицами? Почему они поломанные? Ха, интересно. Ладно, бог с ним, потом разберемся. То есть здесь экипировал, ну, так, более или менее. Здесь, как я уже сказал, одному я закинул меч. Кстати, Салли, это тот, которого я здесь томил. 1173. И Янос, 2087. Это из Асгарда. И, кстати, да. Вот это просто добавление в пати. Ни больше, ни меньше. А следовать я могу сказать только одному. И вот тогда работают бонусы, как видите. То есть у него сразу же стало здоровье. Как вариант, урон больше. Но это не точно. Вот. То есть... ну, как бы, да. И ему сделал... он, то есть еще золото... побегал туда-сюда, залутал на еще сундучки. И дал ему такой топор. Он с щитом. То есть он изначально был тоже с щитом. А, да, и себе залутал еще одни клинки. Точнее, клинки, также легендарные. В общем, норм тема все. Также ловкий меч, незаменимая булава, дубина просто. Просто все супер. А, кстати, у меня здесь где-то... да, это мне дали за эту фигню опять. Ну, в общем, хлам не нужный, если по-простому. Ну, для требушета, камон. Это же хлам не нужный. Где? Во! У меня руда звездного металла. Это я залутал с тех чуваков, когда там фармил. Да, и повара установил. Ну, собственно, ачивки выполнял, поэтому делал. Здесь у меня добывается куча крови. Собственно, для этого я человеческую плоть и тащил через столько такое расстояние, потому что из нее точнее, кровь добывается из человеческой плоти, я не помню, может еще как-то, но не суть важно. Суть важно то, что она теперь есть, она теперь добывается, и пускай будет. Так, что еще?
А, ну и здесь у меня всякие винодельни. Кстати, точно. Сейчас нужно будет обязательно сделать алкоголь. Здесь была ачивка. О, метка. Медок, медок. Много метка. Здесь была ачивка. Типа нажраться в усмерть. Типа не кисло, так пришлось выпить. И там прикольно. Все, выносливость в холомину, ХП отнимается. Вот так вот все рябит, короче, двоится на экране. Блин, ну прикольно. И далее это типа лечение для лечения похмелья. Так. Что из вас сильнее горячительнее? А по сути разницы-то никакой нету. Да? Тогда давай возьмем вот это. Опять-таки же берем на всякий случай, чтобы было. Ну, а кстати, а броник у меня. Да, верстак броника сделал другой. А мех у меня вообще изучен. Вот собрался в зиму дебилой-то. Мех-то, по ходу дела, у меня даже и не изучен, наверное, но это не точно. Не. Маска песчаной бури. Ну, кстати, хватает. Успехи налетчика. И маску тоже изучил. Ну, отлично. Сейчас создадим. А, подожди. Защита от холода у тебя также единица. И здесь также единица. А зачем мне их создавать? Ладно, бог с ним. В любом случае, мне сейчас нужно идти за серой, потому что мне нужны будут мины. А, кстати, а стрелы. Ой, что-то я начался и нифига не подготовился. Стрела. Так, вот мне взрывные стрелы у меня не изучены, так как нужно специальные снаряды изучить. Для этого нужно. Для этого нужно все изучить. Целебная стрела, ядовитая стрела. В общем, а на это у меня. Как вы поняли, очков нету. Так что. Да, еще сейчас у меня кошара это. Во-первых, это кошара просто где хочу, там брожу. Что самое смешное. А во-вторых, она постоянно ходит и мяукает. Ну, как бы так, не сильно уж постоянно, не настолько бесит, но если бы я знал, что она будет горлопанить, я бы даже его близко бы не лутал. Я вообще решил проверить, а лутается, не лутается. Ну, вы поняли, что лутается. Так, 4. Это требует. И вот это еще требует 5. А у меня 3. Ну, понятно, короче, только следующий левел мне поможет. Может и залутается левел. А сейчас погнали в пещеру за серой. Потому что, правильно, мне нужна сера. Для взрывчатки. Если что, просто взрывчатку будем делать и с обычного лука бабахать. Пиу. Ну, кстати, это при учете, если я правильно помню, как лутается метеоритный металл. Не факт, что я правильно помню. Самое, что такое, я не помню, для чего нужен хитин. Поэтому я решил, что лутать их не буду. Ну, так сказать, сэкономлю свое время. А вот металл лутать буду. Да, добрый вечер. Ты серьезно? О, прикольно. Вот такие комбинации матерные. Чоу, 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 чоу. Прям такой пиу, пиу. Он причем разные комбинации делает. Эй, прикольно. Да уж. О, лутанул. В целом все по классике. Немножко металла, немножко серы. Просто, если я не ошибаюсь, я всю серу изнахратил. На стальной порошок. Оу! Нифига себе, вот это был выпад прикольный. Нормас. Мне нравится. Ну, кстати, раз у меня такая оружка. Блин, не пойду я туда далеко. Так, блин, тут же сера была вроде бы, да? Почему я вижу только один металл? Вроде бы же была сера.
Да добрый вечер, ты серьезно, что ли? Где ты там, скотина, лазишь? О, показалось, что ли? Да ты пошел ты в задницу! Я лучше заранее буду махать. Иди ты в баню. Ну, а вот она, сера. Отлично, она просто туда более глубже была. О, соберите серу. Ну окей, заодно и ачивку выполним. Да добрый вечер. Да, с отмашки все-таки урона вношу больше, это хорошо. Да прыгай, прыгай, прыгай. Да ёп! Переси ты! Ну, козлы! Я просто в Асгарде уже так напрактиковался вот это вот и все, что это... У меня уже рефлексия после силовой атаки сразу же откидываться, потому что... Чаще всего я атаковал вот этим двуручным, и там после силовой атаки еще энное время он входит, так сказать, в, ну то есть неподвижный, и это спасает. Что-то я это. Так, что-то я серу здесь больше не вижу. Слышь, серу гони. Так, походу дело все-таки туда поглубже придется идти. Или вот этой серы мне хватит. Просто уж раз уж ачивку выполняю, давай выполним ее. Еще один камешек остался. Ой. Почти потушился. О, вот она, сера. Ну вот и отлично. Не, ну давай уж добудем. Ой, да добрый вечер, ты серьезно? Меня в Асгарде не так зажимали. Это как-то раз помню, в дверях застрял. Против десятерых. Ну ничего. Пару взмахов дубины, и они все откисли. Ишь ты, блин. Удумали мне тут. Всего-то черепочки с вас дропаются. Ну-ка. Ой, это так вообще ничего не дропается. Ну что, козлы, что удумали? Тухлятины, косточки и черепочки. Ой, да добрый вечер, идите в жопу, не хочу туда идти дальше. Я лучше, короче, назад. Серу, да вы ачивку выполнил, идите в баню. Текаем. Кстати, я знаю, что лучше всего в арке сделано. Это режим строительства. Это когда ты в режиме камеры от третьего лица можешь что-то где-то как-то поставить. То есть переходишь в режим от третьего лица, отдаляешься очень далеко и аккуратненько, ровненько что-то ставишь. Знаете, сколько я с этими дебильными верстаками намучился? Просто ужас. Но в арке такой проблемы бы точно не было. Это, пожалуй, единственное, что... так сказать, лучше в арке, это по факту. Но здесь есть автобег. И это круто. Так, раньше было так, что ты качаешься на вот этих минах. Я помню, доходили до взрывчатки и качались взрывными ловушками. Давай посмотрим, что в итоге будет. Вот, ну 82 левел. И не сильно-то он уже качается. Почему? Потому что экспы-то нужно в разы больше, чем, допустим, на каких-нибудь 40-50-х левелах. Но кач тоже придет какой-никакой. Но за убийство мобов, конечно же, я получаю больше экспы, как ни крути. Кстати, да, я пока там бегал, по ходу дела, несколько левелов вкачал.
Так, погоди. А, пофигу, делайся. Если вообще я буду такое делать. Я ж могу теперь снаряды изучить. Да? Я ж могу теперь снаряды изучить. Ну, ну, ну. Кстати, щит бы тогда сделать. Раз уж у меня такое есть возможность. Ладно, пофигу на эти щиты, все равно я ими пользоваться не умею. В том плане, что я не понимаю, как они работают, когда они защищают, не защищают. Затупленная стрела, кстати, это для оглушения. Вот, взрывная стрела делается у нас любой верстак плотника. И что на тебя нужно? 100% нужно будет... О, лук басявый. Подожди, а мой лук сколько наносит? 10. А это 18, нифига, почти в два раза лучше. А, неважно, я смотрел вообще... Посмоленная... А, вот, взрывная. Да, она требует вообще драконий порошок, перья, то есть она создается как взрывной горшок. Понятно, то есть это все фигня, учитывая, что я уже сделал горшки. И так все хорошо. Глядя на дофига опять. Ну, тоже неплохо. Подскинуться надо все это дело, и можно выдвигаться в путь. Кстати, если вы подумали, что... в смысле у тебя 4 печки? И разницы никакой нет с литейщиком или без. Ты чё, получается, зря бегал за литейщиком? Да, я зря бегал за литейщиком. Единственное, что я не зря бегал, всех остальных залутал в большом количестве, и вот там реально не зря. Причем нужных залутал. Да, здесь вот мы камешек лутаем, появляется сундучок. Да, крокодил бежит. Ну и здесь можно немножечко подлутаться. Иди ты в баню. Там даже всегда показывают, когда туда заходишь, типа показывают, что чувак долбит камень. Ну так. Первый раз заберет их. О, прикол. Ну, бежим дальше. Очередная жертва мимо меня проходящего. Ну, скотина, укусил. Не забываем... добыть ключик. Кстати, клыки перерабатываются в костную муку. И... световой меч джедайса. Я читаю такой, джедая? Что? Погоди-ка. Он реально световой меч. Он реально светится. Огромный меч, который светится и гудит. Он реально гудит. Прикольно. Прикольно. Реально джедайся. Блин, надо это... У него есть свечение, оружие, увечья, легендарно. Урон, конечно, бы посмотреть у него. Но сейчас туда придем, в зимку, там будет видно. Точнее, там будет на ком потестить его. Вот не помню. Или здесь, или не здесь. Но где-то здесь находится, в пустыне. Может, вот там где-то. Скорпион. Босс Скорпион. Вот. И вот как бы... О, ужик. Ужик идет в жопу. Ковра, точнее. Ну так-то неплохо. 230 хп. Я только не помню, что-то силовую нажал, не силовую. Так, нет, это точно не здесь. А где же находится скорпиончик? Может, где-то здесь? Ха, не помню. Ну, значит, зря бежал в эту сторону. Хотя как зря? Там где-то проход. Осталось только найти в этой тьме, как туда пройти, так сказать, более аккуратно. Нифига не видно. Но вот этот светящийся меч прикольная штука. Ну, кстати, так вот факел, так меч. Ну, как полфакела. Вполне неплохо.
так сказать, неплохая альтернатива. Вот и заберемся, короче. И нам нужно будет. Какие знакомые места? Вот, кстати, именно из-за этого я хотел здесь строиться. Ну, вот опять, в очередной раз мой путь лежит через эти же места. Вот прям... Ну, а что поделаешь? Ну, реально. Что с Асгардом? Что вот сейчас с Зимкой? Все топовые места. Одно плохо. Ну, кстати, сейчас хорошо. Сейчас нет дождя. Но одно плохо. Здесь постоянно дожди. Слушай, меч неплохой. То есть прям... Прям неплохой. Конечно, вот это вот самое топовое. Сколько оно урона вносит. Я до сих пор понять не могу, почему оно столько урона вносит. Урон здоровья 96. А почему так вносит? Причем первым же уроном. Ладно, после раздробления. Непонятно. Ладно, бежим. В любом случае, дальше. Бежим мы вот сюда. Лед находится вот где-то здесь. Метеориты находятся где-то вот здесь. Так что в любом случае бежим сюда, как бы то ни было. Через вот это вот гибельные курганы. И сюда заходим вверх. Кстати, я сейчас подумал, надеюсь, там на экране мышку было видно. А то я так мышкой махаю, показываю, может, на экране мышки не было видно. Но, надеюсь, было видно, и вы увидели. В общем, если что, в течение серии увидите, куда мы бежим. И зачем. Вот прямо на этой метке стоит телепортационная. Короче, по ходу дела надо будет реально проходить прям очень в ближайших сериях картографом. Чё-то чую мне, я бы мог потратить намного меньше времени, если бы у меня уже сейчас это было изучено. Но тут другая проблема. Мне как бы сейчас надо все и сразу. Всего и сразу нету. И, кстати, меч довольно-таки такой неплохой, я вот так скажу. О, кимрийский берсерк. Блин, ну сорян, чувак, я сейчас что, с тобой что ли пойду до дома? Не-не-не. Ты, конечно, клёвый, я прям по тебе вижу, но с тобой идти до дома опять? Нет, пожалуйста. Так, это что у нас? Покрывает для оружия, который наносит урон. О, прикольно. То есть я, по идее, по мертвякам буду больше наносить урона. Прикольно, прикольно. То есть эта штука вообще будет их фаншотить. Ну, неплохо. Но в любом случае, мы уже почти что пришли. Ну, дальше зайдем сюда и там где-нибудь тусанем по верхам. Сейчас главное вообще в целом в зимку зайти. Уже как-нибудь, хоть как-нибудь. И уже будет легче. Ну, в смысле, легче определяться на местности. Здесь, конечно, метеоритка, у нее вроде бы нет каких-то определенных спавнов. Так, погоди-ка. Нет, что-то мне подсказывает, зря я сейчас в гору полезу. Мне лучше обойти. Умный в гору не пойдет, умный в гору обойдет. Тем более, что у меня, как вариант, там выносливый закончится, я до верха не долезу. А вот здесь вот она уже покороче. Так что вот здесь уже можно будет и залезть. Да, вот тебе зимка, и сразу же нас встречают веселые зверюшки. Саблезубые зверюшки. Ага, добрый вечер. Нифига себе у тебя здоровечко. Как у босса прям. Пантера, мех, ну, в общем, короче, ничего интересного, можно тебя и не разбирать. У меня этой... В общем, у меня там верстак еще то не перерабатывал, не переработал, что было до этого. О, дымочек. А не дымочек ли обозначает, что там у нас руда?
Я очень на это надеюсь, что я правильно все помню. Кстати, вон, видите, да, эти стоят. Туда нельзя, туда пределы карты. Кстати, они могут вообще быть просто где-нибудь вот так вот на скале, и ты с этим ничего не сделаешь. Единственное, что можешь сделать, это попытаться с лука со стрел рвануть и типа пытаться добыть. А, нет, это костер! Здорово. А ты дядя злой? Нет, ты дядя не злой, да? Изучите алтарь мира. Ему типа я типа ему проснился. Прикольно. Этот чувак прикольный. Он пытает, он ломает четвертую стену. Знаете, что такое ломание четвертой стены в фильме, в игре? Это когда он обращается к зрителю. И вот этот чувак ломает четвертую стену, типа, если вкратце, ты вообще, ты в игре, короче, и... Прикольно. Прикольно слушать то, что разработчики задумывали. Не, этот чувак реально однозначно прикольный. Он реально ломает четвертую стену, говорит, типа, изгальнику, а ты уверен, что ты настоящий? И вот все в таком духе. Кстати, это статуя, выдолбленная в скале. А ты уверен, что, типа, настоящий? Вот ты, типа, видишь сны? Вот и я не вижу. А как можно во сне видеть сны? Вот, и вот все в таком духе. То есть он прям... прям ломает вот эту вот четвертую стену. Это прикольно. Так... такой, о, погнали, вы слегка пьяны. Ну, кстати, это вообще ни на что не влияет, пока еще слегка только пьян, это вообще ни на что не влияет. Как только ты перебрал, вот это уже начинает влиять прям нормально. Только, по ходу дела, пиво-то это не горячее. Ну, по крайней мере, холод у меня как был, так и остался. Ой, ладно. Больше это даже пытаться не буду использовать. Чё-то нифига теплее не стало. Однозначно. Так. Что мне сейчас нужно найти? Кстати, это что у нас? Это у нас уголь, да, по идее? Я тупил, я думал, уголь нужен какой-нибудь закаленной стали, либо еще для чего-нибудь. Да. Потом уже думаю, ну надо на вики прочитать, что это такое. Уголь — это тупо... тупо топливо, короче. То есть вместо того, чтобы добывать много дерева, просто лутаешь уголь, уголь дольше работает, и все в таком духе. Думаю, а, ну понятно, спасибо. Раньше не мог додуматься прочитать. Вот. А я реально думал, типа, для закаленной стали, может, ли еще чем-нибудь нужно. Не, нифига. Даже близко нифига. Так, давай-ка мы... сильный холод, да? 24 градуса. Сильный холод. А вот так, 22 градуса, да? При тех же условиях. Угу. То есть, теоретически, все-таки эти шмотки бы мне помогли. Так-с. Все еще также 22 градуса, то есть ничего не изменилось, поэтому лучше тяжи так и оставить, чтобы найти их. А, что я вообще хотел? Я хотел спальник оставить где-нибудь здесь. Кстати. Ну-ка. 21, 20. Ну да, значит, я правильно помню.
О, это мы на улице, что ли, детишки? Походу дело. Мне постоянно становилось жарко, когда я бегал с этим... Так, здесь где-то должен вылезти сундук. Смертельный холод, 34. Дубок сорванный. Так. Вот они здесь. Кони-люди. Ох ты, нифига себе, у меня тут холод. Ядрёшеньки. Жарит. Жарит так жарит, качек горит. Вообще конкретно палочки надо собрать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надо веточки собрать. О, вон сундук появился. Появился! Я ж помню, он должен появиться. Ты пошел ты, короче, не успел его залатать, но сами видели, что там. Если что, стоп-кадр, но вроде бы ничего интересного не было. Но это не точно. Блин, на этом озере дубак сраный просто. Просто ядрейший дубак. Кстати, вот лед. Это в случае не черный лед или простой лед? Не, это простой лед. Да, здесь у нас идет простой лед, а еще не хватало бы его сажать, но. Так. Угу. Не, но минус 21 это уже терпимо. Так что, Армаз. Сейчас надо будет это все-таки. Это что за бабах был? Вот что за бабах был. Ну-ка, посторонись, разойдись. Не, ну, блин, я просто не мог мимо пройти. Вот как мимо этого пройти было? У них такой махач, а я мимо проходи. Ну чего? Я так не могу. А веток я так и не собрал, да? Ох, зимушка, зима. Холодно до ужаса. Так. Не, все-таки реально, вот это вот отображение. Ну вот смотри, холод, единичка, холод, единичка. Ну и. Тренировка, доспех, запас сил, вот ничего больше не отображает. А шмотка лучше. Ну, то есть отображение у них вот это вот холод, не холод, а тупое. Тупое. Где ты там костер? Вот он костер. Сейчас поставлю. Немножко отхиляюсь. И пойду дальше. Сейчас в этом куче хлама еще бы дерево найти. О, сразу отогрелся. Кайф. Нормальную такую стайку собрал за собой. Бегут все. О, добрый вечер. Так, камеру. Нормальную такую стаю собрал. Не, ну блин, ну вот такой тут махач устроили. Да подожди ты! Да погоди ты, господи, да дай покажу как надо. Вот так говорю, надо. Вот. А ну, устроили побегушки за мной. Да дебил, встал около костра хиляться, а потом смотрю, у меня же хилки есть. Так, лед, камень, во, мне это и было интересно. Я мимо вас, чуваки, прошел. А, у них здесь есть сундучки, а в них можно что-нибудь подлутать. Здорово, 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 здорово. Так. А еще что-нибудь есть? Так, костер. Костер кочегарит? Костер греет? Костер
Походу дела не греет. Ну, бог с ним. Ничего там интересного не было. Так что ничего не надо. Я с другой стороны, слушай. Да нифига себе ты тут размахиваешь. Нифига, он саданул. Смертельный холод. А, добрый вечер. А чё так сильно? 63 минус. Так, погоди. Не, это костер точно не греет. Ого, вот именно что. Так, погоди, у меня тут... Я видел пещерку. Так, давай, хилка. Заяц, как ты в этом выживаешь? Вообще не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Ночь, ночь и тишина. Да, наверное, век. Давай, быстрее бегинь. Я здесь где-то видел пещеру. Что за бабахи опять? Что за бабахи? А здесь нет холода такого. А так... Минус 10. А какого фига? Это около них такой холод, что ли, был? От них? Нифига себе. О, та днем было холоднее. Ёп. Перлоса, ты... Непонятная фигня. Вообще ни капли. А тут просто махач идет вовсю. Вот это вот. Обычно, так сказать, этот. А, не, просто от него так свет отражался. Обычные будни, скажем так. О, я назад пошел уже. Ё-моё. Нет, туда лучше это... Да и дурной, что ли? Иди вон с мамотом своим дерись. От жажды кружится голова. Ну вот этого еще не хватало. От жажды кружится голова. Че, он хоть как-то тепло дает? Да черт его знает, дает, не дает. Давай просто водичку попьем. Холод, не холод, а что поделаешь, водичку-то пить нужно. И пожрать надо. А что у меня есть пожрать? У меня пожрать есть мясо. А ты ши, ёпрса ты! Дурак, что ли? Ой, ты ж в натуре. Весело у вас тут. И конкурсы интересные, пойду я отсюда. Вот интересно, как вот эти вот шмотки должны лучше от холода защищать, чем вот эти шмотки. А, да уж. Наделал, еще нашел перчатки ванны переселенцы. Короче, что-то они нифига от холода не защищают. Все то же самое. Возможно, full set как-то поможет. Ладно, пофигу, день начался. Давай прорываться уже туда. Ох. Если что, на спальниках. Спальниками будем передвигаться. Как? Ну, обычно. Бежишь вперед, докуда хватит сил, сдох. Главное спальник поближе поставить. И дальше побежал. И вот так вот и бежим. Только надо спальник на раскладку поставить. Сейчас мне явно дубина не нужна будет. О-о-о-о! Добрый вечер. Я забыл, что есть саблезубов. Ту его куча. Так. Давай вот это вот сразу где-нибудь бы впендюрить. Давай, 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 давай. Оп. Ну хоть как-нибудь. Да пошел ты. Цепляться не хочет. О. Так, погоди. Погоди. А спальник куда-нибудь впихнуть? Слышь, элемент ландшафта, в жопу бы ты не пошел. Спасибо. Ох, элемент ландшафта. Ай, точно. Вы ж там на скале сидите. Я и забыл про вас.
козлы. Бесите. Просто до ужаса. Так. Здесь у нас идет ледяная пещера, если я не ошибаюсь. Вход в ледяную пещеру. И вот около нее... Около нее... Находится черный лед. Прям 100%. Я просто не нажал. Отлично. У меня здесь есть повязочки. Я про них вспомнил. Ну как вспомнил? Увидел в инвентаре. Так думаю, просто у меня же повязки. Вот где-то там лед должен находиться. Тупой. Не там. Вот там должна быть. Поворот попутал. Ах, ты все меньше и меньше. Да-да-да, вот они льды, нужно туда забраться, и вроде бы даже вот это уже лед, хотя не факт, что черный. Надо туда забираться. Да, это простой лед еще. А вот здесь уже вот та статуя. И вот он, проход. Но это я потом буду ачивку выполнять, я потом их все буду... По всем буду проходить. Потому что сейчас, ну, все равно так и так снова возвращаться. Скверну набирать лишнюю, ну, такое себе. Кстати, здесь не так холодно. И здесь строиться нельзя. Ой, хорошо, что посмотрел, дебил. Так, ладно, пофигу, набираем льда. Да, вон на пещеру. Набираем льда. Лед, лед. Да не тот, что нужен. Черный туда дальше, значится. Но он где-то здесь был. Он же был где-то здесь. Да, он черный. Чё за паника вообще? Вот на пустом месте. Паника, вот эта паника. Я реально уже задумался. Может, я его не здесь видел? Вот он, черный лед. Отлично. Ачивочку выполнил. Вы обрели новое знание тотемы? Это нифига себе. У меня вообще-то какое-то испытание было, точнее, не испытание, а нужно было где-то что-то сделать, чтобы знание тотема было. Так, где-то здесь у меня был... Вроде бы надо было лед собрать. Ой. Чую, неоднократно мне придется еще сюда заходить. О, надо, кстати, выполнить это все. Вот, видите, картограф. То есть мне нужно будет обязательно все их посетить места, так что смысла нету. Вот, редкое задание было. Эх ты, жопа-то какая. Вот на это было редкое... редкое, короче, редкое. Ладно, погнали за метеоритом. Хотя, по ходу дела, судя по времени, серию-то нужно и заканчивать. Ну ладно. Будем, по ходу дела, серию заканчивать. А что поделаешь? В следующей серии продолжим с этого же места наше приключение. И уже в этот раз пойдем за метеоритом. Надеюсь, выживем. Ну а я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать. Ну и, конечно, делиться моим видео с своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливо, добра, всем пока.